сайте, я так, если не ошибаюсь, это картинки, надо было добавить картинки, там домашнее задание было на сегодня, и я надеюсь, что вы все справились с этим заданием. Но кто не справился, ничего не расстраивайтесь, это не так уж и просто. Это не так просто, тем более у нас интенсив. Быстренько настраиваем вещание. Все ли в порядке со звуком? Слышали ли вы все, что я вам сейчас говорил? Если все хорошо, ставьте плюсик. Комментарии на YouTube не читаем. Пишите комментарии, задавайте вопросы на людей. Идите на кнопку «Поделиться» под видео, сохраните запись вебинара и потом посмотрите нас в любое удобное для вас время, если сейчас не можете нас посмотреть. И перед тем, как я передам слово нашему спикеру, я хочу напомнить, что мы все так же онлайн-университет Skillbox, все так же обучаем людей по 5 направлениям. Это маркетинг, управление, программирование, игры, дизайн, уникальный формат обучения, своя образовательная система, гарантия качества. Все это мы, и все это было невозможно без наших ключевых партнеров. И теперь прям по-быстрому напомню вам, на что вы можете потратить свои долгожданные сертификаты. Так, у меня одного трансляция подтормаживает. Надеюсь, что она больше ни у кого не будет подтормаживать. Попробуйте обновить страницу, Алексей. Так, что за картинки? Я, видимо, прослушал. Что за картинки? Картинки... Я вам показывал сейчас слайды, где рассказывал о том, кто мы такие. Итак, друзья, я напоминаю, что сегодня разыграем сертификаты на 30 000 рублей на любые курсы нашего онлайн-университета. Вы можете приобрести за них наши курсы, либо можете вложить это как часть стоимости за обучение более большой профессии, например, iOS-разработчик. Так, про картинки тоже впервые слышу. Ну, может быть, я ошибся, друзья, может быть, я ошибся с домашним заданием, может быть, я... Хотя я вроде бы не ошибся. Так, Александр, вы тут? Я здесь, да. Так, всем привет. Я ошибся, да, по поводу картинок? Или нет? Или надо было картинки... Самую малость. Ну нет, на самом деле, конечно, что домашнее задание было совсем другое. Я про него расскажу чуть позже. Так, понятно, вот. Значит, я уже перепутал все. Понятно, извините, да, дорогие друзья. Все, все хорошо. Кто напрягся сейчас, выполнив домашнее задание и решив, что они сделали не то домашнее задание, расслабьтесь, все в порядке. Я получил ваше домашнее задание, все в порядке, да. Да, выдохните. Это я ошибся. Уже вечер, уже второй интенсив за сегодня, поэтому я ошибся, извините. Друзья, напоминаю, на что можно потратить ваши сертификаты. У вас под видео есть кнопка «Получить», нажимаем на нее, переходим на страничку, заполняем 3 простых поля, вводим свое имя, номер телефона, почтовый адрес и «Получить доступ». Нажимаем кнопку. Если смотрите нас на YouTube, то под видео у вас есть ссылка, нажимайте на нее и посмотрите, какие программы у нас есть. Осталось 4 дня до конца данного предложения для наших зрителей. Вы уже сейчас можете забронировать. Я думаю, за эти 3 дня вы подумали, ознакомились с нашими программами и уже сейчас можете принять решение все-таки получить это специальное предложение, приобрести курс, профессию или забронировать хотя бы за собой скидку и потом к ней вернуться и вернуться к данным условиям: гарантии трудоустройства, отсрочки первого платежа, к индивидуальному наставнику, службе заботы, закрытым чатам, классной программе от крутых преподавателей, которые являются практиками, программистами, разработчиками, директорами компаний, основателями компаний. В общем, друзья, сейчас вы можете забронировать за собой данную скидку, нажав на кнопку «Получить». Тут у нас очень много профессий, очень много направлений, даже в самом программировании. Это веб-разработка, языки программирования. Кто-то, может быть, хочет научиться создавать игры, то вам в разработку игр, прикладные профессии IT. И вот как раз-таки мобильная разработка, то, о чем мы разговаривали на протяжении этих 3 дней. Что здесь есть? Это профессия iOS-разработчик, Android-разработчик и тестирование мобильных приложений. Как видите, у каждого своя цена, у каждого свои плюсы, у каждого своя скидка, возможность отсрочки первого платежа на 6 месяцев, на 3 месяца и, конечно же, гарантия трудоустройства. У тестирования мобильных приложений, к сожалению, данной гарантии нет, поэтому, друзья, бронируйте скидку, бронируйте специальное предложение, получайте бесплатную консультацию от моих коллег из карьерного отдела, они вам позвонят, все расскажут, ответят на все ваши вопросы и, конечно же, посмотрите, какие курсы есть у нас. Потом, в конце интенсива, посмотрите, какие курсы есть в нашем арсенале. Ну что, Александр, вы готовы? У нас также сегодня Александр Аносов, ведущий iOS-разработчик Delivery Club. Он сегодня будет проверять ваши домашние работы. Передаю тебе слово. Ага. Вот здесь я транслирую iPhone. Это настоящий мой iPhone по проводу, подключенный к MacBook. Я буду выступать в роли тестировщика. Я буду открывать приложение, смотреть, что из того, что я просил, там реализовано, какие баги там есть. все это записывать в неком формате, об этом я тоже скоро расскажу. Потом мы составим рейтинг, и самых лучших обязательно наградим. В самом начале, наверное, я хотел бы сказать огромное спасибо тем, кто... Во-первых, тем, кто прислал домашние задания. Вы огромные молодцы, потому что я представляю, как это было сложно, с учетом того, что я так быстро пробежался по всему на этом интенсиве, особо не вдаваясь ни в какие подробности, и у вас получилось довести это до ума и сделать... И перейти на карточку игры, конкретно из карточки игры перейти на карточку команды. Это огромная работа, и я благодарю вас за ваш труд, который вы сделали, тем более в такие короткие сроки у вас было, до 5 часов полдня на это. В общем, вы большие молодцы. Те, кто не отправил домашнее задание, но попробовал что-то поделать, те тоже большие молодцы. Ну и кто не заинтересовался, на нет и суда нет. Я никого не сужу. Давайте... Посмотрим, какую я придумал шкалу для оценки наших заданий. Значит, вот они. Здесь мы видим 15 участников, приславших домашние задания. Я создал вот такую Google-табличку, в которой я буду пробегаться по каждому, запускать каждый проект, пробегаться по функционалу и записывать, есть ли вот на экране списка заголовок, который я показывал, вот эти большие тайтлы, которые мне так очень нравятся. Есть ли крутилка, то есть пользователь в момент запроса понимает, что данные загружаются. Есть ли ошибка? Я буду симулировать ситуацию, когда интернет не работает. Есть ли, собственно, список сам игр, отображается он или нет. Есть ли экран игры, есть ли переход в команды. И есть еще колоночка баги. Значит, соответственно, за наличие заголовка 1 балл, за наличие крутилки 1 балл и так далее. За каждый из этих пунктов по 1 баллу. В баги я буду... запоминать все, что я буду находить, и озвучивать это тоже буду, и буду ставить -1 за каждый баг. Если 3 бага, то это еще -3. Дальше идет колонка «Сумма», которая считает вот эти 6 пунктов, вычитает баги и генерит итоговое значение. По итогам того, когда мы вот это все закончим, я постараюсь максимально быстро пробегаться по одним и тем же сценариям, не акцентируя ни на чем внимание. Мы отсортируем эту сумму по убыванию, возьмем топ-5 или топ-6 лучших работ и... Ой, слишком сильно мотнул. Вот. Пойдем еще по 3 категориям. Это будет некая моя субъективная оценка по 5-бальной шкале: дизайн приложения, удобство его использования и многообразие данных, которые вы отображаете на экране. Соответственно, я оценю еще вот эти топ-5 или топ-6 приложений по этой шкале, мы составим итоговую оценку и 3 лучших наградим. Вот такая двухэтапная будет система сейчас. И, как one more thing, надо же сделать шоу, правильно? Это должно быть интересно. Поэтому я придумал такую фишку. Если вы обратите внимание, вот я, например, зайду сейчас в сообщение, то проверять приложение мы будем в темной теме айфона. Я думаю, никто не ожидал такого поворота. Возможно. А возможно, все ожидали. Давайте пойдем сверху. Дмитрий Терновой. Если я буду ошибаться в фамилии или в имени, не обижайтесь, пожалуйста. Напишите в чате, как правильно, и я обязательно исправлюсь. Так, Дмитрий Терновой. Запускаем проект, выбираем iPhone. Так. Пошли первые сложности. Сейчас я с ними справлюсь быстро. Signing and Capabilities, Delivery Club. Вот так. Таким нехитрым способом, указывая команду мою рабочую, я могу на тестовый iPhone любую сборочку собрать. Смотрим. Вот уже интересно. Вы видели, какой сплэш-скрин? Открываем. Так. Открываем игры. И мы видим очень интересную картинку. Так, значит, список точно есть. У меня... так, я не то делаю, извиняюсь. Вот. Так, ячейки... Ага. Ячейки выбираются, но перехода не происходит. А я на команду, наверное, нажал. Да, по нажатию на команды у нас есть переход в команды. Так, давайте это сформулируем. Значит, что у нас есть? Заголовок. Заголовок есть. Крутилку я не заметил, сейчас еще посмотрим. Список есть. Экран игры нет. Переход в команды есть. Так. Да, я перехожу в авиарежим. Почему-то он не потерял Wi-Fi. Сейчас разберемся. Wi-Fi выключен, а в иконочке все еще есть. Ну, кстати, иконка есть у приложения. Прикольно. Давайте делаем вот так. Выйдем, зайдем снова. Откроем игры. Так, что-то пошло не так. Мы видим, значит, ошибка есть. Возвращаем интернет. Пробовать еще раз. Крутилка тоже есть. Здорово. Багов я не нашел. Все работает. Сумма 4, а теперь 5 баллов. Замечательно. Погнали дальше. Бажанов Артем Владимирович. Закрываем этот проект. Открываем следующий. Давайте сначала начнем с авиарежима. Так, Signing and Capabilities Delivery Club есть. iPhone. Выбираем, запускаем. Building. Success. Здесь тоже мы видим сплэш-скрин кастомный с Майклом Джорданом, плачущим. Интересно. Так, игры. И ошибки я не вижу. За ошибку 0. Соответственно, ошибки нет, кнопки перезагрузить тоже нет, поэтому если мы вернем нам интернет, то я никак не смогу повторить запрос, потому что у меня нет кнопочки перезагрузить. Это я записываю в баг. -1. Так, давайте тогда перезапустим. Смотрим. На экране Games крутилки я тоже не нашел. Заголовок есть. Кстати, заголовок есть. А вот я поскроллил, и видите, табличка наезжает на заголовок вот так. Это тоже я запишу в баг. Получается -2. Так, список есть. Все четко. Извиняюсь, не показываю, да. Ячейки выбираются, но при этом ничего не происходит. Ничего не происходит, а значит, перехода на экран игры нет, и перехода в команды тоже нет. Получилось ровненько 2-2. 0 баллов в компетишене. Поехали дальше. Чемоданов Илья Владимирович. Переходим в авиарежим, закрываем проект, Stop Tasks. Чемоданов Илья Владимирович. Открываем проект, выбираем iPhone, Signing Capabilities, выбираем Delivery Club, запускаем. Билдинг. Готово. О, вот это интересный сплэш-скрин. Так, ну, сценарий с игроками мы не смотрим. Сценарий с играми тоже та же самая проблема. Здесь нет ошибки и, соответственно, нет возможности перезагрузить. Так, чего не было? Ошибки не было. И 1 баг за то, что нет возможности перезагрузить. Останавливаем, запускаем заново. Смотрим. Сплэш-скрин просто пушка. Так, игры. Крутилка есть, список есть. Это мы пометим. Заголовка нет. Список есть. Так. Экран игры есть. Переход на карточку команды есть. Карточка команды, я смотрю, тоже переделана. Здорово. Экран игры есть. Переход команды есть. 3 балла. Погнали дальше. Егорский Константин. Где он тут у нас? Вот он. Запускаем. Так, авиарежим. iPhone. Все четко. Signing and Capabilities, Delivery Club. Все четко. Запускаем. Мгновенный билд. Интересно, от чего это зависит. Наверное, я уже собирал это приложение. Смотрим. Games. No data. Кнопочка reload. Отлично. Ошибка есть. Возвращаемся сюда. Окей. Возвращаем интернет. Reload. Крутилка есть. Список есть. Крутилка есть. Заголовок есть. Список есть. Смотрим экран игры. Экран игры есть. Экран переход на карточку команды тоже есть. Здорово. Экран игры есть, переход команды есть. Багов я не нашел. Это 6 баллов. Погнали дальше. Калимулин Ильяс. Останавливаем, закрываем авиарежим. Калимулин Ильяс есть. Переходим. Вот это я еще ни разу не открывал приложение. Так, Delivery Club поставлен. iPhone. Запуск. Ждем, ждем, ждем. Приложение запустилось. Переходим в игры. Что-то пошло не так. Кнопочка Reload есть. Ошибка. За ошибку 1 балл. Возвращаем интернет. Окей. Reload. Крутилка есть. Заголовок есть. Список есть. Так. Заголовок есть, крутилка есть, список есть. Смотрим дальше. Экран игры есть. Переход в команды есть. Какая дата красивая в заголовке. Так, это тоже. Багов я тоже не нашел. Максимальный балл. БИК-RTM. Идем дальше. Останавливаю. Авиарежим. Закрываю этот проект. Перехожу дальше. Trust and Open тоже впервые. Выбираем iPhone, Signing Capabilities, выбираем Delivery Club, запускаем. Building, building, building. Билд успешный. Запустилось приложение. Переходим в игры. Что-то пошло не так. Значит, ошибка есть. То, что нужно. Возвращаю интернет. Перезапустить. Перезапустить. Крутилка есть. Заголовок есть. Смотрите, видите, полупрозрачный navigation bar. Прикольно. Заголовок есть, список есть. Заголовок есть, крутилка была, список есть. Смотрим дальше. Переход на экран. Переход на экран есть. Шарлотт Хорнетс, Бостон Селтикс. Переход в команды тоже есть. 1-1. Готово. Багов я тоже не нашел. Да. Погнали дальше. Ташинский Станислав. Останавливаю. Перехожу в авиарежим. Запускаю проект. Trust and Open. Signing Capabilities. Delivery Club. iPhone. Запуск. У всех предыдущих было из 44 тасков, а здесь из 52. Значит, здесь больше свифтовых классов, наверное. Интересно. Так, build succeeded. Ждем. Запустилось приложение. Интересно, крутится моя крутилка. Это значит, что... Так. И при этом... Ого. Тут что-то интересное. Так. Погодите. Да, я без интернета. Please select season. Но это что-то невероятное. Вы видите? Это барабан Next, 2015 год. Игры. Смотрим. Ждем. Интересно, чего мы ждем? Почему авиарежим не срабатывает мгновенно? Или же это какой-то баг интерфейса? Select Season 2015. Так, хорошо. Давайте сделаем вывод, что это... Видимо, нет ошибки. Не обрабатывается кейс с ошибкой, и мы видим постоянно крутилку. Ладно, сейчас проверим на интернете эту гипотезу. Пока поставим ошибка 0, баги -1. Включаем интернет. Окей. 2016 год. Next. Ждем. Ничего не происходит. Давайте проверим на стартовом экране. Players. Players тоже не работает. Возможно, у меня инфраструктурные проблемы. Давайте посмотрим интернет. Интернет. Apple.com. Интернет есть, но не быстрый. Окей, возвращаемся. Так, давайте посмотрим. У меня включен, на самом деле, специально для того, чтобы рассматривать крутилки, было удобно, у меня включен некий Network Link Conditioner. Он имитирует слабенький интернет. Давайте его выключим. Проверим Apple.com, он мгновенно летает. Проверим приложение. Players. Так, все, приложение заработало. 2016. Next. Ага, есть. Данные есть. Список есть. Ух, как много всего. Давайте отметим все, что было. Заголовок есть, крутилка есть, с ошибкой сейчас разберемся. Список есть. Экран игры есть. Переход More details, наверное, надо нажать, да? Так, я не шарю. Ага. А вот у меня, кстати, все зависло. Я нажал... А это не зависло, это крэш. Очень интересно. Крэш — это точно -1. Оставим пока этот -1. Перезапустим. Сейчас разберемся, как попасть. Мне прям аж интересно. Я азарт поймал. Так, переходим в игры. Давайте выберем посвежее. 2019, next. Выбираем эту игру, нажимаем More Details, попадаем на карточку команды. Здорово, карточка команды есть. Ага, значит, крэш был на какой-то конкретной игре. Очень интересно. Во, мы поймали его еще раз. В какой-то игре, видимо, у Team нету имени, и поэтому приложение крашится. Так, значит... Баг 1 точно остается валидный, переход в команды мы нашли, все в порядке, осталось разобраться с ошибкой. Для этого давайте-ка мы что сделаем? Я еще раз выберу авиарежим, перезапущу. Без Network Link Conditioner. И посмотрим, что будет. Вот, очень интересно. Мне кажется... Так, отработал. Но отработал почему-то не сразу. Вот я не могу понять, в чем проблема. Давайте здесь тоже подождем. Какое-то время. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, ошибка все еще не появилась. Значит, баг засчитываем. -1 за краш, другой -1 за то, что нет возможности перезагрузить. Погнали дальше. А это было прям вот обидно. Обидно, что по конкретно этой моей системе такое приложение, где столько данных, прям очень много. Оно бы вот в дополнительных, наверное, очень много баллов бы набрало. Но по первым критериям оно получает всего 3 балла. Погнали дальше. Болдырев Максим Игоревич. Это останавливаем. Болдырев Максим Игоревич есть. Запускаем. Trust and Open. Ага. Здесь тоже есть своя иконка у приложения. Это тоже бесспорный плюс. Signing and Capabilities Delivery Club. Выбираем iPhone. Запускаем. 33 таски. Здесь меньше свифтовых файлов. А, вот 45 стало. Все в порядке. Смотрим. Ох, какая красивая с тенюшкой. У какой сплэш-скрин. Так. О, и кастомная. Видите цвет? Это не синенький стандартный, это какая-то кастомная тема. И я вижу полупрозрачную, вы видите? Я вижу мячик на фоне. Интересно. Так, ошибка есть. Ошибка есть, это хорошо. Убираю авиарежим, окей. Reload. Сейчас он прочухается, поймает сеть. Я думаю, что дело в этом. Так, авиарежим выключен. А может быть, reload не работает. О, все, reload заработал. Супер. Вот мы видим еще лучше полупрозрачную картинку на фоне. Так, заголовок есть, крутилка была, список есть. Заголовок есть, крутилка была, список есть. Переходим дальше. Экран игры. Экран игры есть. Home Team Вашингтон, Visitor Team Cleveland. Супер. 2 балла есть. Идем дальше. Курепин Алексей. Останавливаем. Авиарежим. Курепин Алексей. Trust and Open. Signing Capabilities Delivery Club. Выбираем iPhone. Запускаем. Стандартные 44 наши таски. Build succeeded. Так. Смотрим, смотрим, смотрим. Что-то пошло не так. Reload. Супер. Ошибка есть. Ошибку надо было первой ставить в этой табличке. Убираем авиарежим. Окей. Reload. Сейчас он поймает сеть. Там не так просто постоянно перезапускать авиарежим. Вот видите, даже iPhone иногда багует, потому что у нас значок Wi-Fi теперь висит всегда, независимо от того, есть он реально или нет. Так, давайте перейдем в настройки и попингуем там Wi-Fi. Wi-Fi подключился. Reload. Не срабатывает. Выключу. Включу. Блин, что же с иконкой такое? Подключиться. Слабый уровень безопасности. Кажется, мы подключились. Reload, reload, reload. Так, возможно, это баг. Давайте откроем какой-нибудь из предыдущих приложений. Так. В нем данные загружаются. Вот это, по-моему, было. Да? Мы же его смотрим. Так, давайте на всякий случай я перезапущу его через Xcode, чтобы быть уверенным, что мы открываем именно то, что нужно. Так, крутилка есть, список есть. Окей, значит, 1 баг записываю, потому что reload кнопка не сработала. Крутилка есть, заголовок есть. Список есть. Тоже полупрозрачный фон у заголовка. Переходим сюда. Экран есть. Переход на Вашингтон Визардс линковались работает. Все, остальные баллы я добавляю. Поехали дальше. Денисенко Ярослав Олегович. Так, закрываем. Выбираю авиарежим. Денисенко Ярослав Олегович есть. iPhone выбран. MB Player, Signing and Capabilities, Delivery Club. Запускаю. Сразу Bill Succeed, значит, я это уже открывал. Угу. Запускаем. Так, на Games ошибка есть. Выходим из авиарежима. Reload. Вот, видите, сразу сработало. Крутилка была. Заголовок есть, список есть. Крутилка, заголовок, список. Экран игры есть. Переход Clippers есть. Celtics есть. Работает. Еще 2 балла. Тоже максимальный балл получает Денисенко Ярослав. Юрий Пашков. Погнали дальше. Стоп. Авиарежим. Закрываем проект. Юрий Пашков. Так, Signing and Capabilities, Delivery Club, iPhone, запуск, Build Succeeded, значит, это я тоже открывал. Мгновенный инкрементальный билд, как же я его люблю. Так, ага, нету ошибки. Нету ошибки. И перезапустить, перезапросить данные тоже никак нельзя. Выходим из авиарежима, может, они сами подгрузятся в этот момент. Нет, вроде данные тоже не подгружаются. Поэтому -1 собак я ставлю. Перезапускаем. Games, крутилка есть, игры есть. Как интересно. Какое интересное решение. Это же одна ячейка, да? Вот 126, 123. Это один матч. Здесь как будто сепаратор между ячейками совпадает с сепаратором внутри ячейки, если я правильно понял интерфейс. Так, крутилка была, заголовок есть, список есть. Смотрим дальше. Нет, это 2 разных ячейки. Это очень интересно. Получается, это необычное решение. На каждую игру получается 2. Ух ты. Ага, знаете, в чем дело? Я понял. Хитро, хитро. Это из-за темной темы. Вот в чем фишка. Смотрите, вы видите? Как только ячейка стала серой, там видно Шарлотт Хорнетс и соперника. Из-за темной темы совпал цвет текста и цвет фона. И поэтому на невыделенных ячейках видно только выделено зеленым. Это победитель, наверное, выделен зеленым, да? Да, победитель выделен зеленым. Интересный дизайнерский ход, но вот в таких неожиданных условиях, как темная тема, сыграл, конечно, не на руку. Но это мы не оцениваем в ближайшем. Значит, переход в команды есть, и экран детального отображения есть. Это тоже 2 единички за это. Так, Баширов. Если что, я называю те фамилии, имена, которые были в Google табличке, куда пришли домашние задания. Поэтому кого-то я называю по имени-отчеству, кого-то только по фамилии. Не обращайте на это внимания. Так, Delivery Club есть, iPhone есть. Запускаем. Я в авиарежиме. Мгновенный инкрементальный билд. Запускается приложение. Games. Ага, у нас есть ошибка. Есть ошибка, это 1. Небольшой баг UI, я бы сказал, потому что ошибка наезжает на кнопку. Поэтому поставим -1. Выходим из авиарежима, окей. Reload. Крутилка есть. как интересно. Так, крутилка есть, заголовок есть, список есть. Видите, тоже необычное решение. Здесь табличка разбита на секции. Секции по дням, да? Это вот 3 игры 12 февраля 2019 года было 3 игры. Интересно. Так, тут еще дизайнерские решения подоспели. Что мы здесь видим? Здесь это победитель, да? Зеленым флажком отмечен победитель. Давайте посмотрим кого-нибудь другого. Да, зеленым флажком отмечен победитель, есть счет. Очень много всего. А где переход? Ага, по синим кнопочкам переход в команды. Так, значит, хорошо. Еще 2 единички есть. В итоге 5 баллов. Погнали дальше. Ралович или Ралович, не знаю, Владислав Валерьевич. Буду называть Владислав Валерьевич. Так, закрываем. Я перехожу в авиарежим. Владислав Валерьевич. Trust and Open. Впервые открываю. NBA Player Signing and Capabilities. Выбираем Delivery Club. Запускаем. 68 тасков. А нет, 45 снова. Интересно, как он это выбирает. Ждем, ждем, ждем. Запустилось приложение. Открываем Games. И ошибки нет. Ошибки нет, кнопки тоже нет. Это 0, это -1. Баг, опять же, напоминаю, за то, что нет возможности. Вот я сейчас выключаю авиарежим, окей, и у меня нет возможности никак перезапросить данные. Приходится перезапускать приложение. Трам-пам-пам, перезапустили. Я не видел крутилки. Давайте включим, удостоверимся, включим Network Link Conditioner и проверим еще раз. Так. Разработка. Network Link Conditioner. Включить. Stop Play. Смотрим. Смотрим внимательно. Нажимаю Games. Крутилки нет. Так, крутилки нет. Зато есть заголовок и список, как минимум. Это есть. Осталось посмотреть экран игры. Экран игры есть, какой с красным, интересным тоже дизайнерским решением. Переход в команды есть. Погнали дальше. Осталось всего 2. Огай Игорь Александрович, тоже буду называть на всякий случай Игорь Александрович. Так, закрываю, перехожу. Ага, сначала нужно выключить Network Link Conditioner, чтобы больше не было проблем. Потом перейти в авиарежим. Теперь открываю Игорь Александрович. Xcode проект. Запускаю. Ага, инкрементальный билд. Мгновенный. Так, мы видим, но эти экраны мы не трогаем. Кстати, новые иконки очень красивые на табаре. Ага, мы видим ошибку, мы видим кнопку, но при этом мы видим еще и крутилку. Она стоит, но она видна. Поэтому я поставлю плюсик за ошибку, она есть, и -1 — это визуальный баг UI. Выключаем авиарежим, нажимаем Reload, крутилка крутится, появляется списочек с заголовком. Это замечательно. Заголовок есть, крутилка есть, список есть. Переходим, экран игры есть, переход в команды тоже есть. Еще 2 балла в копилочку. Андреев Михаил Владимирович. Я запускаю авиарежим, закрываю Xcode, Stop Tasks. Андреев Михаил Владимирович. Так же, правильно? Да. Запускаю Xcode, Trust and Open впервые. О, иконка приложения. Как мне нравится, вот, когда добавляют иконки. Я, кстати, сам на интенсиве не добавил. Надо было. iPhone. Запускаю. Билдим. 44 таски наши излюбленные. Билд succeeded. Ух, какая с фиолетовым. Красивая NBA. Так, здорово. Есть Ошибка есть. Возвращаемся назад, выключаем авиарежим. Окей. Reload, 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 reload. Так, я знаю, как проверить. Вот. На первой вкладке reload работает, а на этой вкладке reload не работает. Это -1, это баг. Перезапускаем. NBA. Так, Games. Крутилка была, игры есть. Крутилка была, игры есть. Ну, собственно, список тоже есть. И заголовок есть. Да? За что я там плюсики поставил. И заголовок. Тоже полупрозрачный фон. Вау, какая дата интересная, в интересном формате. Так, ну и, кстати, какие цвета подобраны. Прикольно, мне нравится. Переход на команды тоже есть. Красочный дизайн, здорово. Так, замечательно. Давайте остановим все это дело. Стоп, закрываю Xcode. И давайте анализировать, что же у нас получилось. Мы просмотрели все варианты домашних заданий. Давайте отсортируем от Я до А. И что у нас получается? Я предлагал выбрать топ-5 или топ-6. И у нас есть прям... 5. У нас есть ровно 5 кандидатов, идеально, которые получили все 6 баллов максимальные. Я предлагаю по ним хорошенько пройтись, пропесочить их приложение как следует. Так, это можно все урезать, чтобы все умещалось на экране. Вот, итог уже появился. Так, хорошо. А как-нибудь можно здесь выбрать вот эти топ-5, выделить их. Цвет заливки желтый. О, огонь. А, я не выделил не топ-5. Я выделил... Так, это заголовок. Вот еще. Вот так. И желтый. Есть. Вот они, наши финалисты. Из них надо выбрать 3. Погнали дальше. Тогда заново. Начнем сверху. Егорский Константин. Где ты у нас? Вот. Есть. Запускаем Xcode. iPhone. Delivery Club. Запускаем. Инкрементальный билд. Теперь будет у всех. Давайте смотреть. Итак, напоминаю, мы оцениваем дизайн, удобство использования и многообразие данных по 5-бальной шкале. Итак, дизайн минималистичный такой. У нас одно текстовое поле в ячейке таблички. Если честно, вот, ну, в целом, конечно, все здорово. Что мне не очень нравится, это то, что полосочки, каждая ячейка становится достаточно узкой. Но давайте пойдем дальше. Вот это интереснее. Этот экран, на нем много информации, и его дизайн мне интересен. Я вижу здесь разные. Я вижу серенький заголовок Home Team. Я вижу крупно Бостон Селтикс, удобно читать. Жирненьким подсвечен цвет, точнее счет. В общем, дизайнерская идея точно здесь есть, и стиль свой есть. Переходим на команду. Ага, экран команды — это наш старый, ничем не измененный. Я бы, наверное, по дизайну поставил бы 4 за то, что... Ну вот почему не 5? Потому что, мне кажется, чуть пошире бы ячейки сделать, и будет просто замечательно. По удобству использования, с одной стороны, на этом экране, кажется, хотелось бы посмотреть на счет, чтобы сразу понять. Но с другой стороны, если ты еще не смотрел матч, а ты хочешь посмотреть матч, то тогда счет — это будет спойлер. Поэтому я, наверное, это не буду учитывать при выборе, потому что кому-то подойдет так, кому-то подойдет наоборот. Удобно ли использовать вот этот экран для понимания того, кто победил? Ну, наверное, удобнее было бы, если бы, вот как в некоторых проектах я видел через двоеточие счет. Слева одна команда, справа другая, а сверху вниз чуть-чуть, наверное, менее удобно читать. Поэтому я бы тоже, наверное, за удобство использования поставил тоже 4. И у нас осталось многообразие данных. Что мы здесь видим? Название команды, счет, год, сезона, и мы видим дату в читаемом хорошем формате. Как бы оценить, я, если честно, не помню, сколько там всего может быть данных, но кажется, что это минимально необходимый набор данных. Давайте я бы поставил... Давайте поставим троечку, золотую середину. Минимальный набор данных, который нам нужен. Итого у нас есть итог 17 баллов. Пойдем дальше. Калимулин Ильяс, наш следующий кандидат. Останавливаем эту штуку. Закрываем проект. Переходим. Открываем Xcode. Запускаем. Что у нас тут есть? Первого оценивать сложнее всего. Второго сейчас будет, конечно, вопрос. Вот, смотрите, здесь больше информации. Здесь сразу ты понимаешь, что не только играли Бостон Селтикс против Шарлотт Хорнетс, но ты сразу видишь, когда они играли 30 января 2019 года. Это удобно. Это я сразу отмечаю. Опять же, у нас дизайн в едином стиле. То есть здесь у нас ячейки title и subtitle, и здесь у нас ячейки title, subtitle. Это мне нравится. Открываем. Вот то, о чем я говорил. Крупная дата. Удобно видеть счет. Левый победил, сразу видно. Celtics против Hornets. Мы видим Бостон, это, наверное, где проходила игра «Город». 2018/4, интересная запись. 2018 — это точно год, 4 — это, может быть, сигнализирует о том, что четвертая четверть закончилась, типа какой период. Может быть, это... это январь, это первый квартал, значит, это не может быть четвертый квартал. В общем, интересно, не знаю, что такое дробь 4. Final, наверное, означает о том, что игра закончена. В целом он по функционалу здесь явно больше. По дизайну мне чуть больше нравится вот этот экран. И, наверное, я не могу сказать. Но вот этот, наверное, мне нравится по дизайну, возможно, чуть поменьше. Поэтому я бы тоже, наверное, поставил за дизайн 4. По функциональности я бы поставил 5. Мне кажется, это максимально удобно, что можно сделать. И по наполнению данными я вижу, что здесь есть информация о том, в каком городе проходила игра. Здесь есть аббревиатуры команд. И здесь есть final, который сигнализирует о том, что игра закончилась. Кстати, что означает 2018/4 с учетом того, что... это сезон. Я понял. Это не год, когда игра произошла, это сезон 2018. Сезон 2018 года. Или нет? Не знаю. В общем, вот это странная штука. 2018/4, я не знаю, что она означает. Так, за дизайн 4, за удобство использования я бы поставил 5, за многообразие данных я бы поставил на единичку побольше, наверное, 4. Итого 19 баллов, у нас новый фаворит. Погнали дальше. БИК-RTM. Так, это я закрываю. Запускаю проект. iPhone Delivery Club есть. Play. Давайте смотреть. Кстати, пока еще ни один из проектов, вот два мы посмотрели, иконки своей не было. За иконку я могу даже 6 баллов поставить, если там все остальное будет нормально по дизайну. Потому что это прям дополнительная штука. Ага. Так, дизайн мне нравится. Он тоже в той же стилистике. Title, subtitle. Здесь видно уже счет. Это вот такое некое спорное решение, но я решил это не учитывать при оценках. Единственное, что Бостон-Ша... я, конечно, знаю, что это Бостон против Шарлотт, потом Бостон против Лос-Анджелес Клиперс и так далее, но, наверное, хотелось бы здесь... Это к удобству использования относится полную информацию о команде. Кстати, здесь... Информация о команде есть, но она внизу, Бостон Селтикс, Шарлотт Хорнетс с кнопочками вот такими. А наверху тоже Босс Ша, 126-94. сезон, да, 2018, ага, период 4. Значит, все-таки 2018-4 было вот так намного понятнее. Сразу видно, да? Написано сезон 2018, период 4. Это значит, что 4-я четверть закончилась. Статус final. Ну, все понятно. Значит, какие мы можем выводы сделать? Ага, команда выглядит так же, как я ее сверстал. По дизайну я бы поставил... Ну, наверное, вот красивее, конечно, когда вот такая информация посередине. Бостон Шарлотт 126-94. Поэтому, наверное, я тоже бы поставил за дизайн 4. Как однообразно я оцениваю всех дизайнеров. Удобство использования. У нас... Какие у нас есть варианты? У нас было 4 и было 5. А здесь, значит, минус по удобству использования то, что нету полных названий вот на этом экране. Но зато плюс по удобству использования то, что есть расшифровка. 2018-4. Это было не очень удобно. Ну, наверное, на том же уровне, как и предыдущий. Значит, я поставлю тоже 5. И по поводу многообразия данных, здесь те же самые данные, если я не ошибаюсь, что и на прошлом экране. Тоже сезон есть, период... Ага, здесь даты нет. Да? Я же прав? Даты нет. Даты нет, поэтому давайте поставим 3. И, возможно, стоит поставить даже вот здесь 5, а здесь 4, потому что здесь побольше данных, чем на предыдущем. Ну, давайте будем редактировать наши оценки по ходу, потому что, ну, вы видите, это адекватно, да? Вот добавление таких 3 полей — это плюс балл, и добавление даты — это сверху еще плюс балл. Окей. Это 2 место. Погнали дальше. Болдырев Максим Игоревич. Ага, где ты у нас? Вот. Есть. Запускаю. Ой, о, вот она, иконка. Это сразу плюс балл за дизайн, как я и обещал. Иконки я очень люблю. Кастомный сплэш. Ух, это прям... Вот это красиво. Это метит в 6. Давайте смотреть, какой дизайн. Здесь интересное решение с вот этим баскетбольным мячом полупрозрачным на фоне. Здесь, опять же, по юзабилити, по удобству использования, то же самое по поводу Бостон против Шарлотт, то, что нет полных названий команд, зато есть дата. Смотрим. Бостон против Шарлотт. Ага, даты есть. Статус Final Season 2017, период 4, Post-Season. Это флажок о том, что плей-офф это или регулярный сезон. Интересно, Post-Season, но окей. Home Team Scope имелось в виду, наверное, Score. Это, может, русская R, Score. 126, Visitor Team Score 94. Home Team Boston, Visitor Team Charlotte. Значит, по дизайну тут еще вот этот желтенький tint color такой от баскетбольного мяча. Значит, за дизайн я ставлю 6. Это прям максимально круто. По удобству использования я сейчас ругать буду. Ругать, во-первых, Бостон, ну, короче, полных названий нету, да? Это первый момент. Не очень удобно. Вот я смотрю на этот экран, и я не понимаю, кто победил. Это еще один минус. Потому что здесь счет, он написан где-то внизу, и тоже сверху вниз, ну, не очень удобно. И 2 кнопочки Home Team, Visitor Team отдельно. Ну, то есть нет деления как-то на 2 части у этого экрана, что вот одна команда и другая команда. Но при этом по наполнению данными здесь даже время есть. Это, короче, 5 баллов. А вот по удобству использования я бы, наверное, поставил 3. А многообразие данных 5. Итого, это, между прочим, сравнивается 2020 первое место. Итак, Денисенко Ярослав остался у нас. Останавливаем, закрываем. Денисенко Ярослав есть. Запускаем проект. Delivery Club, iPhone, Play, Succeeded. Смотрим. Так, иконки нету, ага. Сплэша кастомного тоже нет, поэтому вот, ну, это уже не 6, конечно. Смотрим Games. Вот это то, что нужно. Это мне очень нравится. Celtics против Hornets. Сразу видно полное название, дата, когда они играли. Это хорошо. Переходим на экран игры. Мы видим вот это деление. Левое и правое Селтикс против Хорнетс. 126-94. Дата у нас есть, сезон есть, период и статус. Смотрите, по наполнению данными это, насколько я помню, совпадает с... Это пятерочка, получается, да? Это совпадает... Дата есть, season, период, статус, final есть. Кстати, насколько я помню, в прошлом проекте, помимо этих, что-то было или ничего не было? Нет, наверное, ничего... там время еще было добавлено. Вот в чем фишка была — время. Но, может, стоит... Если будет одинаково, то давайте поставим за многообразие данных на прошлом 6 за время, а здесь 5. По поводу дизайна, мне не очень нравятся вот размеры, которые тут есть. Я понимаю, что это кнопка, и, скорее всего, она стандартная, и не меняли шрифт, но кажется, что вот надо крупным бросить прям Celtics, крупным Hornets. В общем, за дизайн я бы, наверное... Но, с другой стороны, мне нравится дизайн вот этого экрана. Он совпадает, он в одном стиле, как и наш предыдущий. Поэтому я бы, наверное, поставил 4 за дизайн. И осталось понять, сколько мы поставим за удобство использования. Значит, то, что экран разделен на 2 части, это удобно. То, что есть пометки о том, какие данные мы отображаем, date, season, period, это тоже удобно. Переход на команды работает из понятных мест. И здесь информация о команде полная есть. Мне кажется, это твердая 5 по удобству использования. Итак, у нас получилось... Ага, у нас ничья за 2-3 место. А есть разница между 2-3 местом, Дим? Нет. Ну, в смысле, у нас есть, как бы, есть 1, 2 и 3. Все, у нас 3 места. Я имею в виду, разница в призах есть? Нет, нет, призы одинаковые. Призы одинаковые. Здорово. Тогда это сильно упрощает мою работу. Группируем так. Вот. Я не вижу. Вот так. Да, вот они. 3 наших победителя. Кто же это? Кто же это? Зеленым светом. Это Болдырев Максим Игоревич, Калимулин Ильяс, Денисенко Ярослав Олегович. Это 3 самых лучших проекта. Поздравляем. В общем, Болдырев Максим, Калимулин Ильяс и Денисенко Ярослав. Поздравляем вас, дорогие зрители. Вы победили. Получаете сертификат на 30 000 рублей на любые наши онлайн-курсы. Вот так вот. Так, что у нас еще есть, Александр? На этом все. Я остановил шаринг. Знаете, что я думаю? Давайте я еще такое напутствие вам дам. Значит, еще раз повторюсь. Спасибо большое. Вы большие молодцы. Все, кто прислал проекты. Я старался сделать максимально объективным, максимально объективизировать. Вот какую-то систему придумал для оценки. В общем, я заранее извиняюсь перед теми, кого я не выбрал. Возможно, я что-то упустил. Где-то, может быть, я нашел какой-то баг, которого на самом деле нет, и это были какие-то у меня инфраструктурные проблемы. Но я старался всех поместить максимально в равные условия. Надеюсь, это было честно. Надеюсь, вы не обижаетесь. Еще раз большое спасибо всем, кто участвовал. Очень здорово, мне понравилось. И важный момент. Я оценивал ваши работы с точки зрения, как пользователь бы их оценивал. Я не читал ни строчки кода, которые вы написали. И если вам интересно, и вы хотите от меня, как от профессионала, человека с опытом, получить фидбэк именно потому, какой код вы написали, то отдельно напишите мне в Telegram, скажите: я хочу фидбэк по своему проекту. И я обязательно посмотрю там код и поделюсь какими-то моментами. Вот. Но я не хотел это делать на всеобщее обозрение, так сказать, и, в общем, поэтому обращайтесь в личку. Угу. Все, замечательно. Друзья, как получить свой приз, мы напишем в Telegram-чате, и победителей еще раз там озвучим. Спасибо большое, что были с нами эти 3 дня. Спасибо большое, что нас смотрели. Было очень интересно, весело. Ну, весело. Как можно сказать весело? Весело. iOS-разработка — это, конечно, наверное, весело, но не так, что ха-ха-ха, как смешно. Я имею в виду то, что было интересно, полезно, и самое главное, все было по делу, без всякой воды. Поэтому, Александр, тебе спасибо большое за такой прекрасный интенсив. Спасибо, что был с нами. И вам, зрители, спасибо большое. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Пока-пока. Большое спасибо.